преддверии празднования Дня шахтера, который наша страна отметила в последнее воскресенье августа, на Печенской площадке прошла традиционная церемония чествования лучших сотрудников Кольской ГМК. Для градообразующего предприятия этот праздник еще и день компании. Поздравляю вас, Светлана Николаевна. В торжественной обстановке были вручены отраслевые, корпоративные, региональные и муниципальные награды. В этом году почетных званий и грамот были удостоены около 60 сотрудников рудника «Северный» и других подразделений компании. У нас династия, у нас родители здесь работали, и сестра работает, муж. Моя работа связана с общением с людьми, поэтому мне очень нравится моя работа именно в этом. Ну, я считаю, что это общая награда. Для всех. Все зависит от производительности. История Печенского округа неразрывно связана с историей развития Кольской ГМК. Сам город Заполярный тоже появился благодаря руднику. В целом, Кольская горно-металлургическая компания является основой нашей экономики. И тот результат, который мы видим каждый год в виде поступлений в наш бюджет, это позволяет нам реализовывать все больше и больше важных социально значимых проектов в спорте, в образовании, в культуре. Концентрация внимания, знаний и физических сил, работа горняков и коллектива вспомогательных подразделений, которые обеспечивают работу в подземных условиях, сложная во всех отношениях. А потому у случайных людей здесь не бывает. Труд горняков – это, наверное, первый шаг, который проходят наши металлы в нашей компании через ваши руки, через ваше умение, через ваш профессионализм, через самоотверженный труд. Крепкого горняцкого здоровья, спокойной, безаварийной работы, надежного семейного тыла и, по традиции, крепкой кровли над головой. Петр Широбоков, Борис Савельев, Николай Яблоков, ТВ-21+, Заполярный.